Раз, два, три! Леонардо. Где-то 500 лет назад в одной большой стране началась история, известная вполне. Лоренцо, друг Леонардо, Джоконда и Леопарда отправились в приключения трусишкам на удивление. Отправились в приключения без страха и сомнения. Чудо-ласты. Знаю, если хорошая погода еще постоит, урожай будет на славу. Да. Ну вот, опять опаздывает. У Лео дела все хуже и хуже. Увязает он в науках все глубже. Ты выясни точно, кто виноват. Это мы с тобой пришли пораньше, брат. А? Ты что, Тильо? Часы у меня абсолютно точные. Она опаздывает. Ага, вот и она. Знаешь, сколько я уже жду? Пока ты тут прохлаждался, мне удалось кое-что узнать. А? Это еще что? Это Асканио. Самый красивый парень в школе. Завтра будет соревнование по плаванию, и он точно победит. Не смеши, Джоконда, говори потише. Руки как кочки, плещется он в жиже. Он же неуклюжий, словно кошелот. Посмотри получше, какой урод! Ну-ну, можете беситься, но завтра в соревновании победит он. А вы будете, как всегда, стоять и смотреть, потому что вы оба слабаки. Кто это слабак? Спорим, я выиграю. Ты? Ну и хвастун. Видели, чтобы рыбы по земле ходили? Так вот, объясните, почему люди теряют время на то, чтобы учиться плавать? А если учесть, что вода мокрая, то это пустая трата времени. Эй, ребята, смотрите, сколько ежевики. Хотите? Смотри, куда ноги ставишь, невежа. Прости, Леонардо, но твой кот вечно путается под ногами. Слушай, мальчик, котов и женщин вперед. У нас проблема. Завтра на соревнованиях мы должны победить. Невозможно. Нам не победить Асканио. Лео сказал, что сможет. Неправда. Ведь ты не говорил этого. Она права, Лоренцо. Завтра мы должны выиграть. Но ты же не умеешь плавать. Мне любопытно, я не скрываю, делать ставки я обожаю. Кто же получит похвалу? Кто победит, я узнать хочу. Сколько можно выдавать это старье? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Сейчас модно дзинь-бум, дзинь-бум-бум. Прав ты снова, как всегда. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Нет. А, все, больше не могу. Такой отличный день. Пойдем гулять. Папа сказал, чтобы ты занимался еще 2 часа. Или его позвать? Папа! Тихо! Да тихо ты! Я просто пошутил. Будем играть столько, сколько захочешь. Ну-ка, убери от меня свою звенялку. Стой! Я первая посмотрю в окно. Почему? Чтобы папа не узнал, что ты сломал мою куклу. Ну ладно, иди. Я ничего не вижу. В ней смотри, умник. Эй, а это еще кто такой? Завтра турнир по плаванию, а это Асканио, он всегда побеждает. Не думаю, завтра победишь ты, Готардо. Да я не умею плавать, нет, нет, нет. Да-да-да, спокойно, есть план. Кажется, у нас снова проблемы. Вторая причина того, что мы, коты, не плаваем. И вот эти ужасные костюмы. Что же ты мне не сказал, что хочешь научиться плавать? Я бы тебя научил. Сложно признаться, что не умеешь плавать. С чего начнем? Сначала сними с себя все это. Все? То есть совсем все? Конечно, ты должен сам держаться на воде. Холодно.
холодно. Вот и третья причина. Вода не только мокрая, но почти всегда слишком холодная. Смелее, Лео, не бойся! Я плыву! Не хитри, ты лежишь на мелком месте и не проплыл ни сантиметра. Да, не получается. Вода не моя стихия. Мы же только начали. Многие люди не умеют плавать. Правда? Есть еще недотепы. На помощь! Воды я нахлебался, как бочка пивная раздулся и раздался. На вкус приятно из петричной воды. В воде морской я давно бы ждал беды. Лео, давай, не бойся. В другую сторону, лентяи! Я вам не рак! Вперед идите, не назад! Ну, я вам покажу. Придется нам смириться с проигрышем и в этом году. Спокойно, братишка, я же говорю, есть план. Всем привет, как тренировка? Этот вопрос не ко мне. Так себе. Смотри, Джоконда, плыву! Нам надо что-то придумать. Асканио точно выиграет. О чем ты, Джоконда? Я плаваю как рыба. Нет, лучше, чем рыба. Держись, Лео. На помощь! Боюсь, что утону. Из дерева я собран, но выплыть не смогу. Побереги рифмы, Тильо. Вытащу Лео и займусь тобой. Вот так, друзья. Я все-таки переберусь в другой мультик. Потренируйся, чтобы приплыть хотя бы вторым. Плини, ты должна любой ценой помочь мне приплыть первым, или... Или что? Или что, Лаура? Или мы скажем папе, что ты ведьма, и он... Я бы с радостью вам помогла, но я где-то потеряла волшебную палочку. Не волнуйся, вот она. Завтра у реки и не опаздывай, или... Да, я уверен, я не скрываю, наш Асканио всех обгоняет. Я уверен, он у руля. Да, я уверен, он у руля. Надо было спеть джим-бум, джим-бум-бум. Да, я уверен, он у руля. Джим-бум-бум и тра-ля-ля. Леонардо, гляди веселей! Пусть проиграешь, но держись бодрей! Плыви, Лоренцо, ты самый ловкий! А мы тебя поддержим, крича без остановки! Сначала А, потом С, потом К, А, М, Н, О, Асканио! Сначала Г, потом О, потом Т! Один, два, три... Дзюм-бум-бум и тра-ля-ля! Марш! Лене, быстро преврати меня в рыбу! Я, по правде говоря, пропустила урок по превращению людей в рыб. Неумеха ты, а не ведьма, Плиния. И что теперь? Придется вам выбрать что-то другое. Например? Лягушку. Это я умею. Лягушка? Нет. Давай, ты один! Да! Еще бы, я последний. Ну, чемпион, как дела? Короче, я все. А где Асканио? Уже финишировал? Нет, он так устал, что остановился на островке отдохнуть. Вон, посмотри! Давай! Нет, у меня никогда не получится. Хватит! Что ты придумал? Скорее, а то будут проблемы.
А я поплыву дальше. Может, буду вторым. Обед! Как это кстати! Спасибо огромное. Вы мне очень помогли. Не за что. Я не жизнь тебе спас. Жизнь нет, а репутацию да. Ножницы. Клей. Готово. Что скажешь, Джоконда? Так я смогу обогнать время, точнее, воду. Отлично. Подожди, а почему не сделать такие же и для ног? Будет вдвое быстрее. Верно, Джоконда, как я сам не догадался. Ты гений. Ножницы? Вы что, вода вон там? Или сделай что-нибудь скорее, или... Еще хочешь меня съесть? Линия, давай скорее, Асканио уже у финиша. Превращай готарда в турборыбу. Я уже говорила, что не умею превращать людей в рыб. Понятно, пойду позову папу. Хорошо, я попробую. Но потом не говорите, что я вас не предупреждала. Может, не надо? Надо! Не надо! Линия, скорее! Готарда, ты должен выиграть, иначе на ужин у нас будет рыба! Все хорошо? Как мы довольны! Как мы все рады! У Лео 4 странные лапы! Теперь он Готарда легко обойдет! И может, Асканио нос утрет! Спасите! Человек за бортом, то есть робот за берегом! Ой, это же Лео! А куда он поплыл? Скорее ты, черепаха! Быстрее! Лео вышел из игры, остался только Асканио! Я о нем позабочусь! Молодец, Готарда. Откуда начал, туда и вернулся. Летающая рыба. Надо попробовать. Давай! Да, да, да! Лоренцо победил! Молодец! Вот это да! Опять опаздывает. Что еще за недовольный вид? Радуйся, мы победили! Но я... На помощь! Помогите! Спасите! Помогите! Ура победителю! Гип-гип! Ура! 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 Какие у меня замечательные друзья, правда? А поскорее нельзя! Ах, бедняжка, можно попробовать... Некуда торопиться! Он не выиграл, так что подождет. А если будет скучно, у него тут есть подружка! На русский язык фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году.